Ильинка, конечно, очень богата исторически красивыми зданиями, просто очень красивыми. Поэтому вот кто любит такие вещи, просто рекомендую прогуляться по ней. Смотрите, там, кстати, наверху даже есть серп и молот. Наверное, не видно будет. Ближе я не сделаю. Очень интересные домики такие. И следующий тоже, кстати, очень классный. Сейчас мы до него дойдем. Ну, вот еще один исторический домик. Следующий тоже с лепниной. Вот такой вот. Кстати, балкончик такой классный. Мне кажется, помыть это только надо. Если бы это было все помытое, это бы смотрелось вообще огонь. Дом до красивого балкона. Вот он, балкончик. Вековые дома пережили столько вообще историй, поколений. И всего еще, и сколько еще переживут. Дай мог им стоять и стоять.